Всем привет! Сегодня вторая часть видео «Рассада мальвы». Вот так выглядят семена на 6 марта. Одно полноценное растение, второе семечко проклевывалось, остальные семена пока что были без изменений. И на данном этапе, когда растение полностью освободилось от семечки, я сразу же пересаживала его в большой горшочек на постоянное место. Вот так выглядит стакан, в который я пересаживала. Я подписываю сорт, делаю углубление, насыпаю не полностью для того, чтобы в будущем было куда подсыпать грунт, когда растение подтянется. Поливаю я раствором корневина. С помощью своего пинцета я беру растение и помещаю его уже в горшочек. Пипеткой я обжимаю. Сверху также я поливаю его раствором корневина. На этом все. Пересаживала я так абсолютно все растения. Седьмого марта проклюнулась полностью вторая семечка. Также я пересадила сразу же. И 11 марта сегодня вот такая картина. Еще один полноценный всход и 4 семечки пока что без изменений. Я подожду, как положено, 2 недели. Если так ничего не будет, то просто выкину все. Здесь на листиках небольшие желтые пятнышки. Я опрыскаю растение фитоспорином. Вот еще раз показываю стаканы, в которые я использую. Также подписываю сорт. Делаю обязательно дренажное отверстие, так как растение будет расти в этом горшке до высадки в открытый грунт. И вот это растение, которое я пересаживала до этого. Прекрасно себя чувствуют, очень хорошо подросли. Сейчас уход заключается в том, что мы растение поливаем, опрыскиваем и подсвечиваем фитолампой. На этом пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующей части видео.